Зачастую возникают определенные вопросы, которые могут разрешить специалисты, такие как психологи, педагоги. Вот, и Институт уполномоченного по правам ребенка как раз имеет большой опыт, и уполномоченный по правам ребенка имеет большой опыт данной отрасли. Мы с Александром Сергеевичем пытаемся достигнуть сокращения сроков, чтобы мы более оперативно в интересах несовершеннолетних граждан принимали решения, которые необходимо принять, а не выдерживать эти сроки, которые установлены законом. Ведь, как правило, если мы разрешаем проблему более оперативно, это влияет на качество жизни ребенка. Кроме того, в рамках сотрудничества будут проводиться совместные приемы граждан, семинары, рабочие встречи, круглые столы по вопросам защиты прав детей.